Добрый день. Хочу рассказать вам о препарате Коломак. Вот, он все содержит две кислоты: салициловую, молочную и полидоконол. Вот, то есть в совокупности здесь 25% кислота. Короче, на ноге вирус папилломы человека у меня, скорее всего. Видимо, нужно было ходить в бассейн в тапочках, а не босиком. Вот сначала тут йодом, точнее зеленкой прижигал. Вот. Но это особо не помогло. Поэтому вот этим средством с кисточкой буду сейчас наносить. Вот. Соответственно, кислоты здесь все окисляют. Главное, чтобы не капать никуда. Небольших количествах наносить, чтобы они не стекали на непораженные участки. Вот, именно на пораженный участок наносим и ждем несколько минут, в течение которых окисляются вот эти вот клетки, пораженные вирусом. И они становятся ороговевшими, и дальше все это отпадает. Ну, естественно, этот процесс не мгновенный. Корочка какое-то время держится, потом там под ней образуется здоровая кожа. Вот. Естественно, регенерационный процесс не мгновенный. Вот, ну, может быть, незначительное там покалывание, пощипывание. Корочку по инструкции не надо сдирать. Вот. Также есть еще и другие способы, пока вы видите, как здесь образуется такая белая штучка. Расскажу вам, это криотерапия, то есть если данное лекарство стоит где-то рублей 200-250, то есть средства на основе жидкого азота для индивидуального самостоятельного применения. Они стоят там 800-900 рублей. Ну, естественно, их там хватает на несколько бородавок такого флакончика. Но там подается азот минус 200 градусов и, соответственно, более глубокое поражение, как бы замораживание ткани идет. Здесь такое поверхностное окисление на ваших глазах сейчас происходит. Вот, если будут вопросы, то задавайте их к этому видео. Я, конечно, не профессиональный врач, просто обычный клиент, скажем так, пациент. Видите, на глазах она белеет. Вот, ну, потом немножечко засыхает, можно заклеить пластырем обычным. Дешевым аналогом этого лекарства является пластырь Солипот. Но там концентрация гораздо меньше, он для обычных мозолей подходит. А для бородавок рекомендуется вот такого типа средства. Вот видите, она уже практически вся побелела. Вот. Читайте инструкцию к препарату, обращайтесь обязательно к врачам, не занимайтесь самолечением, самодиагностикой. Большое спасибо за внимание.